Хей-йоу, гайз, с вами Шимики, и это магическая энциклопедия «Лунный свет». Скорее всего, это уже будет финальная, последняя серия, поэтому погнали по-быстрому. Так, здесь нам нужно поджечь точно динамит было. Так, маска первая тебе. Кусок крыла. Удобрение тебе. Отлично, цветы расплели. Какой необычный цветок. А, нужно ножницы тогда, чтобы его обрезать. Так, я видел, как что-то здесь подсветилось. Нет? Мне показалось? Показалось. Окей. Так, этому нужно крыло. Это логично. Лупа за лупа. Ножницы. Еще одна часть ножниц. А, три части, скорее всего. Это и две части крыла. Как обычно, проверяем. Так, вот. А. Лупал. Поджигаем. Поджигаем фитили все вместе. И слышим мы, что? Бум! Вход. Так, нам нужно. Табличка с символом. Желоб, кристалл, гиря для часов и каменная ступенька. Гиря для часов, значит, будем быстрее делать. Будем делать эссей. Ой, думаю, не хорошее будет у нас действие. Так, здесь у нас опять на виду. Да, почти уже все сделано. Осталось один кристалл, два кристалла, три кристалла. Четыре кристалла. Четыре кристалла и все. Скорее всего, хотя четыре. Хер уже даже знает. Так, весы, во-первых. Хорошо, что у нас осталось? Плита. Нет. Очень-очень маленькие кусочки. Кристаллом. Бетонные части. На руки тебе ничего положить не могу. Сорян. Сорян, ничего тебе на руки не могу я положить. Так, лады, погнали в Винницу. И посмотрим, что здесь можно найти. Да я понял, нужно, ну, чтобы туда попасть, нужно весло. Либо мне нужны ножницы, чтобы обрезать. Но повторюсь, тоже навряд ли что-то получится из этого. Ладно, поехали. Отлично, крыло. Может, тут тоже еще одно крыло спрятано? Почему бы и нет? С палками. С палками вот у меня проблема. Так, ладно, ножницы нашел. А вот с этим будут у меня проблемы. Плюс цветок непонятно куда нужно положить. Точно там нету ничего. Хорошо, так, крыло. Это серый фон нужно смотреть. И палки. Еще осталось два куска этой фигни найти. Да, так легко глаза посадить. Притыкиваешься к экрану и смотришь, где эти странные вещи. Нужно хотя бы одну вещь, часть вот этой детальки найти. Но почему-то у меня такое предчувствие, что где-то здесь тайничок есть. Часть весла, где это может быть? Найду одну часть весла. Найду сразу и вторую. Во, нашел. Это...
скрипучие палки. Вот еще бы сделали все предметы вот такими полюсенькие веточки и спрятали хоть бы знали где. Чтобы точно нигде нельзя было найти ничего. Давай. Ну да. На лодке. Спрятано на лодке. Отлично. Давайте спрячем вещи на лодке. Талы. Талы. Мачете, ключ, подвеска, оконная ручка, стрелка часов. Так, странная картина. Цветочек тебе дам. Так, главное находить сразу вот эти вот тайники. На, весы. Отлично. Теперь нужна стрелка часов. Теперь мне нужна стрелка часов. Главное то, что здесь вот этот... О! Фу. Бай. У меня сейчас гиря не угрохнулась. Гирька. Так, вижу, что тут не хватает украшения. О, и... Порядок, точно. Не хватает украшения и порядка. Так, здесь мы все собрали. Где еще что может быть? А, точно стоять. Так что-то уже появилось или нет? Или это вот эта вещь была сверху? Так, украшения, поехали. Ну, это довольно просто. Потому что мы это уже прошли. Потому что мы с вами это прошли. В углы можно вещи ставить. Так, стоять. Так. Вот почему здесь изображение размыто. А вот так сделать? Ой, ровно. А потому что правильно. Это было вырезано в Paint и сделано в Paint. Вот размыто? Нормально. Размыто? Нормально. Размытое? Нормально. Так вот и живем. Готово. Часть ключа. Нам нужна еще одна часть ключа. И часть мачете. Мачете сразу пойдем потом в джунгли. Но сначала нужно это найти. Еще два кристалла где-то. Странная картина. Интересно, чем можно ее... порадовать. В смысле, я уже цветок что-то давал, нет? И еще одна часть ключа. Не, вот эту я вот не мог бы увидеть. Размытая картинка бы не позволила. Все, здесь больше нечего делать. Осталось все здесь выполнять. Так, сразу обрезаем. Перемещайте кристаллы так, чтобы они оказались на своих местах. Ага, то есть здесь уже все закрыто, значит, легко не будет, я вас понял. Хорошо, я вас понял. А красный где? Ну, оранжевый, фиолетовый, вот, хорошо. Это розовый. Розовый, пурпурный. Зачем я так начал делать? Ладно. Так, нет, сюда нужно, короче, поставить синий. Вот так сделаем.
Поэтому нужно красный вытащить. И теперь вот так сместить все в бок. Так, замечательно. А, они подсвечиваются. Хорошо. Так, это вытащить. Стоять. Теперь фиолетовый нужно оттуда вытащить как-то. Я не знаю вообще, как это можно сделать. Допустим, если так делать, то так. Нужно желтый тогда вытаскивать. В принципе, можно провернуть такую вещь. Сейчас покажу. Должно получиться. Только нужно теперь зеленый вытащить. Вот так. А смысл? Черт. Черт, черт, черт. Да уж. Нет, такие головоломки я не люблю. Если бы здесь не было, блин, еще гоните. Или я просто уже начал лениться. Ой, я нечаянно, ребят. Не, серьезно, ребят, я нечаянно. Я хотел переместить, но... Ну ладно. Что поделать, Вити, да, ребята? Что вы поделать? Со всеми бывает. Тоже ни хера нет. Так, часть трубы где-то валяется. Но он спрятан. Может быть, кристалл тоже спрятан. Может быть. Камень 1-1-1-2. То есть для этой хери мне нужно 2. Теперь одна везде. Скорее всего, это будет либо кирпич, либо вот эта сферическая херь. Я ставлю на кирпич. Это очень вероятно. Хотя... Может быть и сферическая. Сферическая сюда пойдет вода, так? Ну, я еще плюс это же... Может так. Ага, камень, да, значит, будет все. А, блядь. Все-таки плита. Чё? И чё? Ну, открыл я. А, где дополнительная... Еще вещь? А где еще вещь? Нету? Правда? Или вы обманываете меня? Камень. На ладони у него было. Окей. Так, так, тому и быть. Кристалла. Свет. Еще один кристальчик. Вы собрали не все кристаллы. А, да? Я тут кристалл не нашел. Какого цвета? Синего. Синий на синем? Я кристаллы всегда видел все. Так я же использовал подсказку здесь. Меня вел уж всегда в туннель вниз.
может быть внутри здесь где-то. Я не увидел. Ну, в воде тоже нету. А, то есть, давайте мы тебе, типа, покажем, вот, тебе нужен синий, да? А где именно ты поищешь сам, да? Вот, допустим, где-то там сбоку. Или безряшно, ну ты... А что тебе? Ты поклацай, поищи. Поищи. Оля-ля-ля-ля. Там нихуя нет. Серьезно? А где последний? Особенно синий. Синий он такой. Видимо, как бы. Показано, что здесь, да? Здесь же? А, нет. Ха. 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 Вот, суки. Кристалл, оказывается, надо... Показывают где. Вот он, кристалл. Да уж. Вот и все. Камни на месте. Пора проверять, что открывает этот амулет-ключ в секретном подвале профессора. Нажмите далее. Это портал, сквозь него я вижу гору драконов. Вперед к горе драконов! Не зря она мне снилась. Надо сообщить брату, куда отправится профессор и задержит Фобоса. Ой, да, профессор. Надеюсь, что мы не опоздали. Могущественным существом, как говоришь, хочет стать. Нажми далее. О, а тогда мы головы собрали. Пять, ну, пф, камень, плита, каменная плита, каменная плита, каменная плита. Неудивительно. Че? А. Окей. Все, моя мана потрачена, все. Я теряю силы, я не могу найти. Так, еще два, короче, куска для этого. А это что? Мне нужно полосы найти. Чего, бля? Че, не понял ты? Так, вот это действительно интересно. А, хотя, это... Это пустой ячейки. Я не понимаю, что это? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Правильно. А что мне здесь нужно найти? Прикольно. Невидимый элемент. Ладно, ты то, ладно. А это что? Мне действительно полосы нужно найти? Я в шоке. Не, конечно, могу сейчас расставить, но я хочу это все вместе расставить. Может, я очень быстро собрал? Тоже как вариант. Ну ладно, дождусь подсказки. Окей. А почему вы мне последний не показали? Кажись, я обманулся. Найс.
ребят. Опа. Игра банулась! Игра банулась! Все, GG. Потрачено. Сука. Класс. Прикольно. Ну это да, это все. Я уже ничего не смогу собрать. Как? Вот как? Каменная плита, но я вижу, да. Но дело в том, что ты крашнулась. Ну ладно. Что мне поставить туда? Что? У меня что-то берется? Эй! Инвентарь! Ладно, короче. Как вы поняли, это у нас финал. Вот такой очень странный. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. И да, я, может быть, найду сейчас конец этой игры и вставлю. Поэтому заранее говорю, всем пока. Ну, вы поняли, да, это я чужое видео взял. Типа, вот мы включаем, кристалл покоя, он мне поможет. А типа, уже наш профессор. Рар! Профессор, стойте! Твое заклинание было многократно усилено кристаллом покоя, который собрал всю магию рядом, а профессор пригодился для своего превращения много редких типа существ. Фобрас явно недооценил свою лучшую ученицу. Кстати, применение в магию артефактов изучается что-то там-та-та-там. Что же ждет меня дальше? Конец. Ну, короче, как-то так. Ладно, давайте. Всем пока.